солнечное затмение. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Меня зовут Артём, и в этом выпуске «Космос Плюс» я вам расскажу о таком явлении, как солнечное затмение. Вкратце мы с вами разберем, что такое вообще солнечное затмение, как и почему оно происходит и как часто его можно наблюдать. Плюс, при помощи программы Stellarium и других приложений в интернете, мы посмотрим на смоделированное солнечное затмение, которое будет происходить 20 марта 2015 года. Итак, начнем. Солнечное затмение – это астрономическое явление, при котором наш спутник Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателей на Земле. Стоит заметить, что солнечное затмение может происходить только в новолуние, когда Луна не освещена и не видна на небе. Помимо этого, затмения возможны только если новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов, то есть точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Если бы орбита Луны находилась в плоскости эклиптики, то каждые 29,5 суток мы наблюдали бы одно лунное в полнолуние и одно солнечное в новолуние затмение. Но наклон лунной орбиты составляет около 5 градусов. Из-за этого затмение происходит значительно реже. За долгие века наблюдений за затмениями люди заметили, что они цикличны и происходят раз в 18 лет, 11 дней и чуть менее 8 часов. Этот период называется САРС. За один САРС происходит примерно 29 лунных и 43 солнечных затмения. Имеются в виду все частные, кольцеобразные и полные затмения. Тень от Луны на поверхности Земли составляет в диаметре приблизительно 270 километров, поэтому солнечное затмение можно наблюдать только в узкой полосе на пути тени. Если вы находитесь в полосе тени, то видите полное солнечное затмение. Когда Луна полностью затмевает Солнце, в этот момент на небе могут появиться планеты и яркие звезды. Также вокруг скрытого солнечного диска можно наблюдать солнечную корону, которая при повседневном свете Солнца не видна. Для неподвижного наблюдателя полная фаза длится не более нескольких минут. Так что, как говорится, нужно ловить момент. Вблизи полосы полного затмения можно видеть частное солнечное затмение. При этом Луна скрывает только часть Солнца. Звезды при частном солнечном затмении на небе не видны. Частное затмение можно наблюдать на расстоянии 2000 км от зоны полного затмения. Солнечное затмение выражается фазой F. Частное затмение обычно выражается в сотых долях от единицы. Единица же – это полная фаза затмения. Солнечные затмения делятся на полные и кольцеобразные. Давайте разберем, в чем же разница. Перед вами схема полного солнечного затмения. Когда вы находитесь в тени от Луны, вы наблюдаете полное солнечное затмение. Когда же вы находитесь в области полутени, тогда вы наблюдаете частное солнечное затмение. Теперь рассмотрим схему кольцеобразного затмения. Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения,
и лунная тень проходит над земной поверхностью, не достигая ее. В максимуме фазы такого затмения Солнце закрывается Луной, но вокруг Луны видно яркое кольцо солнечного диска. Небо при кольцеобразном затмении остается светлым, а звезды не появляются. Одно и то же затмение может быть видно в разных частях полосы затмения, как полное или кольцеобразное. Такое затмение иногда называют гибридным. Марта 2015 года произойдет солнечное затмение. О нем мы сейчас и поговорим. В пятницу 20 марта 2015 года лунная тень пройдет по Земле в северном полушарии. Максимальная длительность полной фазы затмения 2 минуты 47 секунд. Единственные места для наблюдения полной фазы затмения на суше – это Фарерские острова и Шпицберген. Вот так выглядит визуально полное солнечное затмение 20 марта 2015 года. Полутень отмечена серой областью на дневной стороне Земли. Область видимости полной фазы отмечена на поверхности Земли черным цветом. Максимум затмения достигает в точке с координатами 64,4 градуса северной широты и 6,6 градуса западной долготы. Длится оно в максимуме 2 минуты 47 секунд, а ширина лунной тени на земной поверхности составляет 463 километра. На следующем фото зелеными линиями отмечены границы лунной полутени. Звездочка соответствует точке наибольшего затмения, а границы видимости полной фазы тени показаны синими линиями. А теперь, друзья, мы с вами проведем визуализацию солнечного затмения в программе Stellarium. Разумеется, хорошим примером станет солнечное затмение 20 марта 2015 года. Для области полного затмения я выбрал географическим ориентиром Шпицберген, для частного – город Минск. Так солнечное затмение выглядит со стороны наблюдателя в Шпицбергене. А так в Минске.
Ну вот и подошел к концу очередной выпуск «Космос Плюс». Помните, что не рекомендовано смотреть прямо на диск Солнца во время солнечного затмения, так как это может привести к повреждениям глаз. Для наблюдения нужно использовать специальные солнечные светофильтры. Так что вооружаемся телескопами, биноклями и специальными фильтрами. У кого есть возможность поехать туда, где будет полная фаза затмения, удачного пути и приятных впечатлений. У тех же, у кого нет такой возможности, нет телескопа или бинокля, или погода вдруг будет неблагоприятна, есть возможность посмотреть на затмение в режиме онлайн. Ссылку на трансляцию вы найдете под видео. Что ж, если это видео вам понравилось, то не забывайте ставить палец вверх, добавляйте видео в избранное и делитесь им со своими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за выходом новых передач. Также не забывайте подписываться на мой блог. Все ссылки на приложения, которые вы можете скачать или запустить в режиме онлайн, находятся под видео, как и все мои адреса в соцсетях. Задавайте свои вопросы, на которые я по возможности обязательно отвечу. Всех благ вам, дорогие мои. С вами был Артем. Чистого вам неба. И пусть звезды вам благоволят.